Все готовы. Следующий докладчик Семкина Лариса Николаевна. Развитие мышления на уроках. Лариса Николаевна, вам сколько? 10-15. Поэтому хотела бы вас познакомить с приемами и методами, которые я использую для развития мышления учащихся на уроках физики. Современное состояние науки и общества сокращает долю знаний учащихся по отношению к информации, необходимой ему для полноценной деятельности в изменяющемся мире. В этой связи особенно актуальной является задача интеллектуального развития, то есть развития мышления, интереса к познанию и творческих способностей. Согласно теории Джоя Пола Гилберта, следует различать конвергентное и дивергентное мышление. Конвергентное – логическое, последовательное, однонаправленное мышление. Традиционная образовательная программа уделяет ему большое внимание. Проявляется и развивается в задачах, имеющих единственно правильный ответ, как ЕГЭ. Задачи такого типа имеют жесткую структуру, их решение достигается путем использования определенных правил, законов, алгоритмов. Использование конвергентных заданий приводит детей к умению анализировать, синтезировать, давать определение понятий. Остановимся более подробно на развитии этого вида мышления. Школьник начинает сравнивать, соотносить суждения, анализировать слова и словосочетания в них уже на этапе определения понятий. Существуют различные способы работы между ними. Теоретические. Видите, допустим, предыдущие. Допустим, исключая слова и словосочетания, выяснять, нарушается ли смысл понятия. Так в определении равнодействующих поочередно исключать по одной прямой и посмотреть, нарушится ли смысл понятия. Затем восстановить, исключить словосочетание в противоположную сторону. И опять восстановить понятие. Учащийся убеждается в значимости каждого из словосочетаний в этом определении. Давая определение давления, можем задать такой же вопрос. Ребят, попробуйте исключить словосочетание действующей перпендикулярной поверхности. В большинстве случаев дети говорят, семиклассники говорят о том, что смысл понятия не нарушается. Давайте вспомним задачи для 7 класса, где изначально сила сориентирована перпендикулярной площади поверхности. Поэтому считаю важным уже в 7 классе показать детям разложение любой векторной величины на составляющие. Затем в 9 классе не будет проблем для показа силы, с которой тело действует на опору, и силы, с которой тело давит на опору. Далее. Существуют еще экспериментальные способы. Допустим, когда мы изучаем тему электромагнитной индукции, то, демонстрируя отсутствие тока в катушке, замкнутой на гальванометр, при неподвижности магнита в ней, убеждаемся, что при изменении магнитного потока имеет место быть это явление. Изучая с помощью оптического диска прохождение света, убеждаемся в том, что явление полного внутреннего отражения имеет место быть, когда свет переходит из более плотной среды в менее плотную. Успешное владение языком физической науки, вовлечение учеников в мыслительную деятельность приводит к осмыслению диалектики природы, позволяет понять процесс, лежащий в основе внутренней связи реального мира, убедиться в справедливости законов диалектики. Закон Гутенберга. Закон отрицания-отрицания. Триада развития тезис, антитезис, синтез занимает центральное место в философии Гегеля, Канта, Шеллинга. И ребята убеждаются в справедливости этого закона. Действительно, волновая теория является антитезисом корпускулярной теории света Ньютона. Синтез – корпускулярный волновой дуализм. Процесс становления вероятностных понятий в науке изначально – аристотельское учение о случайности, затем эпоха детерминизма и затем квантовая механика, которая говорит о вероятностных причинах явлений. Процесс становления природы физического вакуума, динамика сменной
смены элементной базы электроники, это все проявление закона отрицания отрицания. Далее, закон единства и борьбы противоположностей. Положительные и отрицательные заряды, действия и противодействия, частицы и античастицы, северный и южный полюс магнита. Закон перехода количественных изменений в качественные практически встречаемся мы из урока в урок. Допустим, изучая тему линзы, ребята убеждаются в том, что при уменьшении расстояния от предмета до линзы происходит количественное изменение, то есть меняется поперечное увеличение. Когда же это расстояние становится равным фокусному, происходит качественный скачок, изображение становится меньше. Неограниченные возможности для иллюстрации этого закона открываются при решении задач. Допустим, изучая явление теплообмена, мы убеждаемся вместе с учениками в том, что в зависимости от количества взятых веществ, допустим, льда и воды, и от начальной температуры, результат теплообмена будет различным. В одном случае лед полностью расплавится, в другом – частично, а в третьей ситуации за счет кристаллизации воды даже увеличится масса льда в той или иной в рассматриваемой системе. При изучении явлений важно установить основные законы или принципы, с помощью которых можно объяснить все известные явления из рассматриваемого круга, а также предсказать новые. Такой подход к изучению явлений природы, описание их количественно и качественно, то есть, по сути, решение физической задачи, получил название метода принципов. Основоположником этого метода является Исаак Ньютон. Непревзойденным мастером был Альберт Эйнштейн. Здесь индукция, ведь в принципе физики является обобщением опытных данных, и дедукция связана воедино. Принцип Лешкарье-Брауна. Очень жаль, что с этим принципом практически не встречаемся в школьных учебниках. А ведь с помощью этого принципа можно объяснить и многие физические явления. Действительно, увеличение давления газа в сосуде, закрепленном поршнем, возникновение силы, стремящейся вернуть колебательную систему в положение равновесия, правила Венца, явление электростатической индукции, эффект Холла. Эти явления с успехом объясняются принципом Лешкарье-Брауна. Далее, следующий принцип минимум потенциальной энергии, он достаточно подробно для процессов различной природы описан в учебниках, поэтому я останавливаться здесь не буду. Принцип симметрии. Пожалуй, об этом принципе, на мой взгляд, лучше всего сказал Путин Апостольевич. Джанин Я. Природа, кажется, использует самые простые математические представления симметрии. Внутренняя элегантность и простота вдохновляет физиков. В них вселяется уверенность, что природа действительно обладает совершенным порядком, который можно все-таки понять. И волны де Бройля, симметрия электрических магнитных полей, свойство обратимости является проявлением этого закона. Более общим является принцип Пьера Кюри, который расширил и дополнил понятие симметрии, рассматривая ее как состояние пространства, характерное для среды, где происходит данное явление. Более конкретно, например, колебательных процессов достаточно широко они изучаются в школьном курсе. Используя симметрию, аналогию, мы рассматривая геометрическую модель тела, которое равномерно движется по окружности и проводя аналогию с колеблющимся телом, пружинным маятником, выводим формулу для расчета периода электромагнитных колебаний. Следует отметить, что эту формулу, которую мы получили для пружинного маятника, с успехом можно применить и для математического маятника. Вы видите задачу, которую предлагалась в демо-версии 2011 года. Так вот, следует отметить, что в авторском решении там используются соотношения, зачастую ребята этого отношения, этого приблизительного равенства не знают. А значительно, мне кажется, проще, буквально в одну строку решается эта задача, если вновь использовать формулу связи скорости и амплитуды. Далее, учитывая, что язык колебаний – это интернациональный язык,
так говорил об этом академик Мандельштам, то, изучая электромагнитные колебания, опять же, эту формулу можно применить, но для расчета периода электромагнитных колебаний, подобно тому, как скорость, быстрота изменения координаты, сила тока, быстрота изменения заряда. Поэтому сразу же можно написать эту формулу в обход формулы Томпсона и закона сохранения энергии. Если говорить про ватийские аналогии дальше, корпускулярная модель преломления света шариков показывает, что преломление пути шариков всегда подчиняется закону Знебиуса. Но может случиться, что вне определенных границ основные принципы перестают быть справедливыми. Кстати, из корпускулярной модели преломления света следует, что скорость света в вакууме меньше скорости света в преломляющей среде. Это подсказывает необходимость опытной проверки, необходимость измерить скорость света в различных преломляющих средах. По поводу широкого применения дедукции, о которой мы сейчас и говорили, физики, Нобелевский лауреат Ричард Фейнман отвечает, физике нам нужен не греческий, декартовский подход, а вавилонский. В вавилонских школах математики ученик решал огромное множество примеров, пока не улавливал общего правила. И Ричард Фейнман отмечает, что только в тот день, когда физика станет полной, и мы будем знать все эти законы, мы, вероятно, сможем начинать с аксиом. Но пока мы не знаем всех этих законов, мы должны помнить о всех. Мы должны держать в голове все разнообразные утверждения и помнить об их связи. Поэтому не случайно процесс вскрытия причин физических явлений, формирование причинно-следственных представлений идет уже с первой ступени обучения. Например, в 7 классе, говоря о том, что тело, притягиваясь к земле, действует на опору, она деформируется и в ней возникает сила упругости, мы обращаемся к ребятам с просьбой выделить, где в этом предложении причина, где следствие. И они убеждаются в том, что в одном случае деформация является следствием, а в ином является причиной. Разумно, что формулу для нахождения ЭТС индукции в проводнике движущемся в магнитном поле мы выводим сначала, рассматривая действие электрических и магнитных полей, и лишь потом обращая внимание учащихся на то, что эту формулу можно вывести дедуктивно, как скорость изменения магнитного потока. Физика – одна из приоритетных наук, развивающих критическое мышление. Оно означает не негативность суждений, а разумное рассмотрение подходов и философий с тем, чтобы выносить обоснованные суждения и решения. Например, приведите примеры, когда тройное равенство не является верным. Зачастую в учебнике крупным черным шрифтом это равенство выделено, но не выделено, при каких условиях оно будет выполняться. А жаль. Вернее, не жаль, а хорошо, есть повод для размышлений. Далее, решая задачи на возбуждение атома, мы можем задаться вопросом, на каком основании можно считать, что практически вся кинетическая энергия идет на возбуждение атома, чего нельзя сказать про бомбардировку атома более массивными частицами. Когда мы изучаем в 8 классе закон Джоуля-Ленца, и, экспериментируя с ребятами, убеждаемся в том, что количество теплоты, которое выделяется в проводнике при прохождении по нему тока, зависит от силы тока, сопротивления и времени, то, анализируя полученный результат, ребята, используя теорию размерности, приходят к выводу о том, что зависимость от силы тока носит квадратичный характер. Доминирующим условием развития критического мышления является инициирование познавательной активности обучаемых, осмысление ими предложенного материала и впоследствии отбор максимума информации с точки зрения функциональной и практической необходимости. Словом, в процессе обучения дается установка на поиск и отбор наиболее ценного материала. Особенно это проявляется при моделировании физических явлений. Академик Александр Самарский по этому поводу говорим следующее.
действительно развитие конвергентного мышления. Подобные уроки на моделирование проводятся с использованием проблемного метода. Чтобы обучение было не репродуктивным, а творческой деятельности, оно и должно быть проблемным. Тогда в нем есть все, что способно увлечь, заинтересовать, пробудить жажду познания. Условием адаптации человека к динамичным изменениям есть развитие интеллектуальной активности, самостоятельности, смелости суждений. Это вырабатывается не только при решении задач. Каждая задача, решаемая в классе, должна внести в себе элемент нового, но и умение учителя держать паузу. Что я имею в виду? Допустим, говоря об отрицательном опыте Мендельсона Морли, не следует, по моему мнению, спешить цитировать Эйнштейна. Оглядываясь на развитие физики, мы видим, что вскоре после своего рождения эфир стал выродком в семье физической субстанции. Надо немного выждать. Может быть, и действительно из года в год встречается, и среди ребят будут будущие Эйнштейна, которые отличаются смелостью и независимостью суждений. Все ранее сказанное относится к развитию конвергентного мышления. Однако надо помнить предостережение швейцарского психолога, создателя операциональной концепции интеллекта и генетической эпистемологии Жана Пиаже. Мышление интуитивное, ассоциативное, которое наиболее естественно для ребенка и необходимо в творческой деятельности, может подавляться крайними интенсивными занятиями по развитию конвергентного мышления. Поэтому необходим строго выверенный баланс в использовании заданий, направленных на развитие конвергентного и дивергентного мышления. Только такой подход обеспечит полноценное развитие творческого мышления. Дивергентное или альтернативное – это мышление, отступающее от логики. Именно этот тип мышления квалифицируется как творческий. Тесно связан с воображением и служит средством порождения оригинальных идей. В дивергентных задачах на один поставленный вопрос может быть несколько верных ответов. В принципе, дивергентные задачи мы решаем в быту, в научном поиске. В ходе выполнения задач этого типа у детей развиваются такие умения, как оригинальность, гибкость, беглость, то есть продуктивность мышления, легкость ассоциирования, сверхчувствительность к проблемам. Но он крайне редко используется в традиционном обучении, и теория слабо развита. Задания, каковы могут быть задания на развитие дивергентного мышления? Допустим, уметь давать определение понятиям. Предложить на первом по оптике уроке дать представление о свете воображаемым людям из племени слепых. Нарисовать явление, выразить мысль другими словами. Это приводит к большему пониманию информации. Для подростков можно выразить мысль на молодежном сленге, языком научной работы и так далее. Составление кластера является тоже видом заданий на развитие дивергентного мышления. Кластер – графический способ, позволяющий представить большой объем информации в структурированном и систематизированном виде. В центре кластера – основная идея, тема. На следующем уровне – классифицирующие признаки или основания для систематизации. Кластеры могут сильно ветвиться, поэтому требуется разумный уровень детализации. Таким образом, кластер является моделью изучаемой темы, позволяет увидеть ее с высоты птичьего полета. Вы видите кластер по теме термодинамики, который составил один из учеников. При этом формируются информационно-коммуникативные компетенции. В заключение следует отметить, каждый элемент урока физики теснейшим образом связан с мыслительными операциями. Будь это объяснение нового материала с использованием таблиц сравнительной характеристики электростатического, стационарного, вихревого электрического поля, тепловой, холодильной машины и так далее. Будь это решение задач или постановка и объяснение опытов, это и многое другое позволяет решить задачу вооружить учащихся не только конкретными знаниями по физике, но и комплексом интеллектуальных. Спасибо за внимание. Извините, если задержались.